выбора. Что будем вам ставить? Уху или делать клизму? Давайте, давайте, убегайте! Давай, 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 давай! Юля, слышишь? Там скоро покушать будет, я что-то уже проголодался! Сережа, а ну-ка сделай потише! Ты уже всех достал со своими майнкрафтами, с этими сиреноголовыми! Так, надо еще поперчить! Сегодня какой ядреный попался! Юля, не могу тише сделать, здесь такое напряжение! А, кстати, пусть здорово! Давай, давай! Убегай, убегай! Вообще! Походу, с перцем сегодня переборщила! Нужно пойти умыться! Сережа, я пойду умоюсь, а то я расчихалась немножко! А ты давай заканчивай с этой своей игрой! Какое, Юля, заканчивай? У меня сегодня законный выходной. Я его посвящаю Майнкрафту. Ребята, ну а если кто-то из вас тоже любит игру Майнкрафт, нажимай быстрее лайкосик этому видосу. А я буду убегать от сиреноголовых, они все равно меня не догонят. Блин, на самом интересном месте. Кто это мне звонит? Медсестра? А что-то она мне звонит, сейчас опять со своими болючими уколами что-то новенькое придумала, припрется сюда. Ребята, нажимайте лайк, кто тоже очень сильно боится уколов, и подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. Блин, а что я переживаю? Карантин-то у нас уже закончился, подниму сейчас ей отвечу, да и все. А если что-то важное, тогда я отключу, якобы связь пропала. Алло. Алло, Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как я рада вас слышать. А вы сейчас дома? Ну да, пока еще дома. Я скоро буду неподалеку от вас, и мне нужно к вам тоже будет заехать и провести профилактику от аллергии. Сейчас весна, время цветоцветения. У многих обостряется аллергия. И всем, у кого есть показания, мы делаем биологическую процедуру. А как эта аллергия вообще проявляется? Ну, как обычно. Вы что, с ней никогда не сталкивались? Самые распространенные симптомы – это чихание, зуд, кашель. Блин, у меня-то никаких побочных действий нет. А у Юли, походу, уже начались. Она вон как чихает. Ей это точно будет на пользу, эта прививка. Ну, короче, вы меня ждите, я приеду и все вам расскажу. Блин, вы представляете? Она собралась нам поставить какие-то биологические уколы против какой-то аллергии весенней. Но у меня аллергии нет. Ну а Юле прививочка точно не помешает. Ребята, а вы нажимайте быстрее лайкос этому видео. И для тех, кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь на канал. Нужно сваливать быстрее отсюда. А Юле я об этом еще не скажу. Юль, ты долго там? В общем, мне нужно срочно на работу. Мне позвонили, вызывают. Все, я погнал. Фух, полегчало. Сереж, ты же на выходном. Какая еще может быть работа? А как же твоя игра Майнкрафт? Да, Юля, Майнкрафт подождет. Мне очень срочно нужно на работу. Блин, походу не успел. Вроде бы скорая едет. Ё-моё. Так, если я выйду на улицу, она меня там заметит 100%. Это не вариант. Нужно спрятаться где-нибудь. Спрячь себя в шкафу. А хлопну дверь, как будто я ушел. Юля, пока! Будет понадежнее, главное, чтоб Юля не заметил. Заодно и в Майнкрафт поиграем. Правда, уже без звука. Все. Блин, нужно звук тише сделать. А то сейчас себя выдам. Сережа, приколист, в свой выходной день променял игру на работу. Так, а с перцем я больше дела точно не буду иметь, а то опять расчихаюсь. Что это, скоро так? На мигалках быстро ездит. Только не к нам. Не хочу я с этой медичкой больше встречаться. От нее только одни неприятности в виде больших болючих уколов с их последствиями. Чё? Так я и знала. Эта медсестра выходит из
скорой помощи направляется прямо к нам. Может, притвориться, что нас нет дома? Но она так просто не отстанет. Блин, здорово я, ребята, все-таки придумал спрятаться в шкафу и не получить какие-нибудь уколы. Вот и будет время в игру доиграть. Вот, уже стучится, ладно. Вот же Сереже повезло, слиняла вовремя. А вот и медсестра подошла, стучится в дверь. Юля пришла. Но что-то она ей не открывает, только тихо. Вот же, стоит там со своей аптечкой, полными медикаментов. А может, ее действительно не пускать? Постоит, да и уйдет. Юля, открывайте! Я же видела в окно, что вы дома! Хотя не вариант. Сейчас Лерка с Линкой будут из школы возвращаться. Не хочу, чтобы эта медичка вместе с ними встречалась. Ладно, придется открыть. Ну, здравствуйте! А что вы к нам пожаловали? Здравствуйте! А я к вам пришла не просто так, а с профосмотром. Ну ладно, чего вы там на улице стоите? Заходите давайте. Хорошо, спасибо. Ну что, рассказывайте, в чем этот профосмотр заключается? Сейчас весна, время цветоцветения. У многих обостряется аллергия. И всем, у кого есть показания, мы делаем биологическую процедуру. Интересно, о чем это там Юля вместе с этой медичкой говорят? Я думаю, что они, кроме уколов с медсестрой, ни о чем хорошем точно не поговорят. Ладно, посижу лучше в шкафу, поиграю в Майнкрафт. Да вы что? Что еще за биологические процедуры? И как их делают? И что это вообще значит? И всем делаем биологическую прививку. В первую очередь я приехала проверить Сергея. Он же схитрил на карантине и не прошел до конца вакцинацию. А сейчас я ему должна быстренько сделать прививку и посмотреть, какая у него будет противоаллергическая реакция. Склонность организма к аллергии очень высокая. Фух, это Сережа, как здорово, а я уже и испугалась. Его сейчас нет, ему срочно нужно было поехать на работу, так что приезжайте в следующий раз. А как это нет? Я же ему только что звонила, и он сказал мне, что будет дома. Чего? Какой еще мне укол? Ух ты ж, блин, как же вовремя Юля все-таки чихнула. Блин, пусть она и расхлебывается с этими уколами против аллергии. Вообще, ой, извините, пожалуйста, это такой дурацкий перец. Юля, будьте здоровы. Так у вас самый главный признак аллергии. Чихание – это первый симптом этого заболевания. И поэтому нужно его как можно быстрее предотвратить. Да никакая это не аллергия. Я тут обед просто готовлю, и мне перец попал в нос. И поэтому я и расчихалась. Чихание говорит о том, что организм склонен к аллергии. Это никакая не аллергия. Просто я же вам говорю, перец в нос попал. Так не тратьте мое время. Я лучше знаю. Я же врач. Так что будем вас лечить. А теперь предупреждаю. Процедура эта не из приятных. Блин, пошла готовиться к процедуре. Так. Ребята, нажимайте быстрее лайк и держите за меня пальчики. Я вам предлагаю право выбора. Что будем вам ставить? Укол или делать клизму? Ни то и ни другое. Может быть, витаминку мне дадите?